Ленинский проезд с мини-паркингом. Так теперь называют свою придомовую территорию жители одного из алябьевских дворов. И это громкое наименование вполне оправдано, поскольку на месте, где раньше большую часть года были огромные лужи и непролазная грязь, благодаря федеральной программе уложено прекрасное асфальтовое покрытие, оборудована удобная парковка и тротуар, создана ливневая канализация. По словам местных жителей, объект с честью выдержал проверку временем и спустя год остается в первозданном состоянии. Замечательно, хорошо, мы очень довольны, благодарим администрацию за их заботу о нас. У нас так было здесь неприлично, грязь, ямы, бетонные плиты все провалены были, но мы довольны, спасибо за их заботу. Неужели ни одной трещины не появилось? Нет, не появилось, качественно сделано. И канализация тут сочная, все нормально. Да нормально сделали, на совесть. Зиму простоял, значит, и стоять будет дальше. Качественно. Но единственное, что узковат, кажется, маленечко. Это замечание местного автолюбителя так и осталось единственным в отношении Ленинского проезда. Но и оно адресовано скорее разработчикам проекта. Следующим пунктом работы комиссии стала общественная территория по улице Токмянина с большой игровой детской площадкой. С момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло уже 2 года. Однако по сей день никаких серьезных нареканий в адрес подрядчика не возникало. Не нашла особых нарушений и выездная комиссия, за исключением привычной и повсеместной напасти надписей и рисунков. Ну, я думаю, что объект отличный. Во-первых, проверено детьми. А это уже, знаете, о многом говорит, да. Никаких нарушений мы здесь не видим, да, все хорошо, все чистенько, аккуратно. Ну, в общем-то, видите, все ярко и празднично. Граффити, да, наверное, это называется, вот это вот творчество. Вот прям хоть им создавая специальную какую-то площадку, чтобы они там вот показывали свои таланты, а не портили объекты. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Идея нормальная, да? Я здесь живу, и, естественно, у меня уже выработалось, я прохожу и замечаю, где что не так, где нужно подправить. Вот. Но, знаете, мне очень нравится, у нас как молодцы молодежь, эти как-то сильно не шкодят, нету таких вот сильно, как бы сказать, нарушений, сломали или что-то, только если надписи. Вот. А так... Мне очень нравится. Мне нравится, как поселок развивается. Нравится. Прямо я довольна. Несмотря на то, что все элементы площадки исправны, безопасны и функционируют, в ближайшее время на этой общественной территории, вероятно, все-таки начнутся строительно-монтажные работы. Есть видение, что необходимо, может быть, установить дополнительно скамейки на территории этой площадки, потому что она пользуется активным спросом среди населения. Здесь и дети, и взрослые, которые приходят с детьми на площадку и просят, чтобы место для отдыха, для того, чтобы можно было прийти и посидеть, стало побольше. Поэтому отрабатываем данный вопрос. Думаю, что будет он решен положительно. На этом работа комиссии в сельском поселении завершилась, и по признанию ее членов, из всех уже осмотренных объектов состояние алябьевских общественных территорий можно признать одним из лучших. Максим Красный, Иван Лободин, телеканал «Первый советский».